Всем привет! Снова с вами Олеся Селезнева. Все мы с вами знаем, приближается самый значимый праздник – День Учителя. Значимый, друзья, потому что практически в каждой семье есть либо ученик, либо взрослый, да, связанный с профессией благородный учитель. И у всех у нас сейчас встает вопрос, а что же подарить такое, чтобы было оригинально, чтобы запомнилось и было со вкусом? Ну, конечно, чтобы было оригинально, это лучше всего подарок, сделанный от души и своими руками. И вот сегодня у нас в офисе творческий процесс. Мы делали недорогие, хочу отметить, символические, но очень оригинальные, вкусные и ароматные подарки. Итак, встречайте. Это вот такой вот наборчик. Наш кофе Гоу. Полезный, вкусный, ароматный, который не оставляет ни одного человека равнодушным. Мы прикрепили также пробничек аромата, чтобы человек имел возможность познакомиться с нашим ароматом, ну и, конечно, использовать парфюм компании Армель. И приклеили чисто символический цветочек. Что касается цены, вам наверняка интересно, а во сколько же может встать подарок, потому что, как правило, учителей много, и мы первое, что приходит на мысль, ну, мы не можем всем сделать дорогие подарки. А не надо дорогие подарки, потому что важно именно внимание, да, ваше к педагогу. Такой подарок обходится менее чем 100 рублей. Как вам такая новость? Поэтому, друзья, кто еще не успел подготовиться, у вас есть все шансы сделать вот такие классные подарки, либо приобрести консультантов и дистрибьюторов компании Армель. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, если тебе понравилась эта идея. А также не забудь подписаться на оповещение, чтобы быть в курсе новых интересных и полезных видео на моем канале. Всем пока, до связи. С вами была Олеся Селезнева. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.